21 числа в молодежном центре планируется провести вечеринку объединений. На вечеринке будут играть три группы Брайтсайд, что потом и стоп-слово. А дальше будут настолки и вечер караоке и дискотека. Все это будет проходить в пределах примерно полтора-два часа. То есть сначала открытие, как официальное мероприятие такое вот большое. Молодежный центр объединяет сразу несколько мероприятий в одном. Познакомиться с объединениями молодежного центра. Возможно, вступить в какой-то из. И узнать новых людей. Провести крутое время. Во-первых, эмоции, которые можно испытать. Во-вторых, мы любим выступать очень сильно. Новые люди. Новые знакомства. Мероприятие само крутое. Будет. Обещаю быть крутым. Вот. Будет, короче, круто, весело. И мы ждем этого. Рок-н-ролл.